Так, друзья, всем привет! Вот, в общем, две плитки, которые я хотел вам сейчас показать. На примере двух плиток демонстрирую, какой сюрприз меня ждал. В общем, произвожу укладку вот такого вот керамогранита. Размер 42 на 42. Такой специфический керамогранит фирмы Церсанит. Да. Так, ну, что я могу сказать про это изделие, про эту квадратное подобие керамогранита плитки. В общем, визуально все нормально. Все вроде хорошо, ровно. Но как дело дошло до укладки, тут возникли небольшие проблемы. А проблемы касаемо ее геометрии. Эта плитка, в общем, хоть она визуально и ровная, но если приложить к ней, к этой стороне, к любой стороне какой-нибудь ровный предмет, сразу видно, что данная плитка, она кривая. То есть в одном месте она выгнута, в другом месте она вогнута. Также и плоскость этой плитки тоже желает оставлять лучшего. Ну, в общем, сейчас я вам наглядно продемонстрирую, как и что это есть. Обратите внимание, шов здесь и шов там. Ну, чуть-чуть подровняю. Вот он почти одинаковый. Ну, даже сказать одинаковый. А вот здесь вот по центру у нас уже пошел такой заужение шва. Это говорит о том, что две стороны, с этой стороны и с этой стороны, плитка выгнута. Но я подумал, что если где-то выгнута, может где-то вогнута. Так, совпадение сторон тоже здесь идет одинаково. Это хорошо. Ну, я, в общем, поворачиваю плитку, прикладываю, выравниваю, выровнял, все, и смотрю, шов идеально совпадает. Я думаю, все, красота, буду так производить укладку, но здесь ждал другой сюрприз. Размер плитки не соответствует стороны, размер стороны не соответствует, эта сторона меньше, чем эта. Получается, что плитка имеет стороны разных размеров. Где-то сторона 42 сантиметра, а где-то 42 с копейками, либо 41, чуть больше. И получается, даже если шов у нас ровненький, стороны отличаются. И производить укладку вот с таким вот разбегом, 2 миллиметра, тоже не очень хорошо. Потому что через где-то 2-3 плитки у нас уже будет около 5-6 миллиметров, соответственно, швы у нас очень будут сильно играть, и визуально это будет выглядеть некрасиво. Но я подумал, что нужно вернуть данное изделие в обратное положение, выровнять, и уж думаю, пусть лучше шов будет играть вот так, чем размер плитки будет меняться. И еще вот один момент, который, я думаю, мастера уже многие видели данное видео по поводу стрелочки. Стрелочка на данном изделии смотрит у нас туда. На данном изделии смотрит в том же направлении. Вот она, вот она. И что мы имеем? С двух сторон у нас обе плитки по размеру совпадают. Стрелочка смотрит вперед, стрелочка смотрит вперед. Если мы плитку поворачиваем, имеем идеальное совпадение шва, но размер плитки меняется. Эта сторона у нас больше, эта сторона меньше. Если стрелочку вернуть обратно в то же положение, направление стрелочки, у нас шов расходится, но размер плитки совпадает. Соответственно, вот эти две стрелочки, которые направление показывают в ту сторону, вперед, они в одном направлении, размер плитки не меняется. Поэтому буду укладывать по стрелочке, как и нарисовано на плитке. Если я буду менять направление стрелки, будет у меня идти разбежка в швах. Вот такой, в общем, казус.
Вот такая вот у нас будет укладка.